В уникальном онлайн-проекте «Агроном в каждый дом». Добрый день, дорогие садоводы-огородники. У нас с вами начинается сейчас хорошая пора. Пора посева овощных растений. И мы с вами приступим к посеву семян томатов. Томат садоводы-огородники выращивают как и в открытом грунте, так и в защищенном грунте. Плоды томата ценятся отличными вкусовыми качествами. Их употребляют как в свежем виде, так и в консервированном и переработанном виде. В переработанном виде они также не теряют свои целебные свойства. Больше томат повреждается фитофторой в открытом грунте. В защищенном грунте эта болезнь меньше прогрессирует. Поэтому, чтобы получить хороший урожай томата в защищенном грунте, нам необходимо подобрать гибриды томата и сорта, которые идут именно для выращивания в теплице, потому что в открытом грунте мы будем выращивать другие сорта и гибриды. Какие же это гибриды и сорта? За годы исследований мы в нашей учебной теплице выращивали следующие гибриды. И они, эти гибриды, зарекомендовали себя как высокоурожайные и устойчивые к заболеваниям. Что же это за гибриды? Первый из них идет Юпатер, Ля-Ля-Фа, Верлиока плюс, Паленка, плоды сливовидной формы, Мунлайт, Мундиаль, Марика. У этих трех последних гибридов плоды достигают массы 200-250 граммов. Но есть еще сорта, которые более высокие, имеют вкусовые качества. Это такие гибриды, сорта вернее, Вечный Зов, Толстый Джек, Козерог, Хлебосольные, Бычий Лоб, Райское Наслаждение. Они имеют плоды красную окраску и масса их достигает 300-400 граммов. Отличные вкусовые качества у плодов, которые имеют окраску желтую, черную и розовую. Розовая окраска у томата сахарный великан, и масса этого плода достигает до 800 граммов. Хурма желтая окраска, масса плода достигает 400 граммов. Такой гибрид, как японский краб. Масса плода в нашей теплице достигала на отдельных растениях до 1 килограмма. Отличные вкусовые качества. Розовая краска, розовый спал. И окраска, которая имеет такую фиолетовую. Это шоколадное чудо. Отличные вкусовые качества. Эти гибриды и сорта только идут для выращивания в теплицах. Если вы хотите выращивать томат в открытом грунте, то мы будем рекомендовать следующее. Это гибрид Слот, гибрид Семка 2005 и 2006, гибрид Анюта, Катя, Катюша. Если вы хотите иметь сливовидную форму, то это гибрид Каспар. Гибрид Каспар можно выращивать как в открытом грунте, так и в защищенном грунте, так и в теплицах. В последнее время в продаже появились такие гибриды Семка 18 и Семка 2010. Они идут для выращивания как в открытом грунте и в защищенном грунте. 2010 форма плода округлая с носиком. Эти плоды сейчас пользуются большим спросом на рынке. Если хотите иметь розовую окраску, высокая урожайность и плоды массой 200-250 грамм, это розовые щечки.
Сорта, которые можно выращивать в открытом грунте, это Лиана, Санька и такой сорт ультраскороспелый. Это самые скороспелые сорта. Они успевают отдать урожай и не повреждаются фитофторы. Вот такие сорта мы хотим вам рекомендовать.